продолжит программу сообщения из Украины. После событий в селе Ярославке, когда местные жители отстояли свое право пребывать в единстве с Украинской православной церковью, приход просил епископа Южнинского Диодора совершить у них божественную литургию. Архиерейская служба укрепила прихожан в их непростом духовном подвиге. На богослужении побывали и наши коллеги. На божественной литургии многочисленные прихожане, пришедшие на богослужение в храм, вместе с епископом Диодором молились о мире в Украине и о единстве Святой Православной Церкви Христовой. Богохранимую страну нашу и в скорбном обстоянии сущий православный народ и я, всех вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. После божественной литургии Преосвященнейший Диодор, епископ Южинский, обратился с архипастырским словом, в котором поблагодарил прихожан храма за стойкость в вере и пример для многих православных, как нужно защищать свои святыни, отстаивать истину, правду и быть верными чадами своей церкви. Тех людей, которые пытаются отнять у нас то, что мы строили, то, что мы созидали большим трудом, слезами, потом, конечно, мы должны это отстаивать, наши святыни, наши родные домашние очаги. Но ненавидеть этих людей мы не имеем права, потому что мы ученики Иисуса Христа. Мы должны их любить, мы должны их благословлять и молиться за них, чтобы Господь вразумил их и дал им достойно пройти жизненный путь и жить по-христиански. Это великая милость и помощь Божия. И мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нас призвал с вами в спасительную ограду Церкви Христовой. Братья и сестры, я всегда учил вас и говорил, что наш капитан – это блаженнейший Ануфрий, а мы дети Его, которые на корабле, и кто значит, не удержался на тот корабль, значит, он погибает. А кто удержался, значит, он цел. И, знаете, даже я не знаю, как поблагодарить вас. Самая тяжелая минута, когда я увидел, что я сначала был сам и такое горе, я только мне Матери Божией, говорю, Матерь Божия, мне 22 года я служу здесь. Самое главное, что мы вместе. А когда мы вместе, и когда мы молимся, представляете, вот, мне кажется, что в Ярославке не была такая молитва, когда мы молились в то время. Все на колени, в слезах, плакали все. Тут столько народа было. Тут было народа больше 500 человек. Это не так просто. 500 человек. И все мы на колени плакали, чтобы Матерь Божия нас защитила. Она услышала. Она видела, что все плачут и что все хотят, чтобы мы остались в этой истинной вере, канонической Украинской Православной Церкви. Она услышала нас, и она нам помогла. В память об этих событиях владыка Диодор передал от митрополита Агафангела в дар храму образ Пресвятой Богородицы с памятной надписью и призвал верных чад хранить церковное единство, любить всех и молиться о врагах церкви, а также быть примером единства, взаимопомощи и терпения, являя всем образ настоящего христианина.